Здравствуйте, меня зовут Юля, я из Москвы, и я приехала в Прагу по программе туризма вместе с МСМ. Я давно хотела заниматься гостиничным бизнесом и туризмом, и МСМ представляет эту возможность. МСМ делает достаточно насыщенную культурную программу, так что мы успеваем посмотреть все достопримечательности Праги. Посещаем отели, смотрим экскурсии, ходим на лекции по правилам ведения, по правилам сервиса. Это был очень насыщенный месяц, спасибо МСМ.